Так, уверен, новое увлечение, новый котёр. Это... Новая жертва. И он тоже точно не знает, что для него Лена. Не знаешь, что это? Так, Вера проверяет пол котёнка. Довольно странно. Она его просто трясёт в руках и по звуку определяет, да, видимо, как-то? Походу, это девочка. Вот эта девочка, не знаю, как её зовут, она тоже хочет поздравить Рит. Вот. И она кричит, вот, да, да, с днём рождения, вот, хлопает, машет, вот, целует. То, что она кричит, это ничего. И Вера получает приз номинации «Живодёр дня», потому что она сегодня всех котов замучила. Да. Не, я на самом деле не такая жестокая. Просто почему-то они меня сегодня все боятся. Вот, и кусают. Что ты притворяешься? Ты стерва, такая, каких мало. Ты любишь издеваться над животными и над людьми тоже. Что вы? Над людьми я вообще не издеваюсь. Ничего, вот ты через пару лет на себя посмотришь, еще мне скажешь, да, вот Ваня был прав. Нет, ничего подобного. Так, ладно, все, конец.